Я сказала, да, подписала снимок Екатерина. Поклонники поздравляют артистку и отмечают, что Катя и Артем – очень красивая пара. По словам актрисы, рядом с этим мужчиной она чувствует себя счастливой. К тому же он часто радует ее сюрпризами. Прилетев со съемок из Таганрога, я открыла входную дверь и застыла от удивления, вспоминает Екатерина. Квартира утопала в тюльпанах, а в гостиной горели свечи, и стол ломился от деликатесов. Вспоминала приятный случай Архарова в беседе со Стархитом. Артем Илясов встречается с актрисой с июля 2017 года. Бизнесмен является управляющим московского рыбного ресторана. Архарова буквально расцвела рядом с ним. «Это мой друг сердца», — говорила она о бойфренде. О браке с Башаровым, который распался в 2015 году, Катя не любит вспоминать. Их разрыв стал одной из резонансных тем, которые активно обсуждали в ток-шоу. Екатерина утверждала, что муж много раз поднимал на нее руку, а также изменял. Следы от побоев Архарова демонстрировала в видеоинтервью телеведущему и главному редактору Стархита Андрею Малахову. «Очень жаль, что на моем пути встретился такой лживый и трусливый человек, который привык прятаться за чужой юбкой и не нести ответственность за слова и поступки. Но, увы, любовь бывает зла», — позднее говорила Архарова об Ишарове. Класс пост 484 278 подписчиков.